дорога между Казанью и набережными Челнами. Я знаю, что твой стиль — это видеть какие-то такие прям самые тонкие моменты. Да? Мы доставили Original Bar до Original Bar. На сегодня и на завтра Юрий Степанович. Кармен 74-го года. Рад присутствовать. Отдельную благодарность хочется выразить Алексею Татуизму за гостеприимство. Алексей — это тот человек, который является мастером спорта в области принятия гостей, и каждому стоит у него поучиться данной процедуре, в том числе и мне, потому что как он принимает гостей, не принимает никто. Также я благодарю его бабулю, она же Original Bar, и Юрия Степановича, ныне уже и среди нас не живущего, за его дух и атмосферу его комнаты. К сожалению, вживую я с ним не знаком, но находясь в его комнате, я пропитался атмосферой, духом и интеллигенцией данного человека. Спасибо, смотрим видео дальше. Данное видео выходит при поддержке бренда спортивного питания отечественного производства Big S&T. Big S&T обладает огромной линейкой разнообразных вкусов, а также всяческих спортивных, околоспортивных вспомогательных веществ. Данную продукцию вы можете приобрести на Wildberries, в Инстаграме или на сайте непосредственно Big S&T. Big S&T, благодарим за поддержку. Приобретайте, покупайте, употребляйте, дабы быть такими же красивыми и сильными, как мы. Спасибо, смотрим видео дальше. Доброй, безопасной, комфортной среды обитания прежде всего. Собственно, сегодня уже было пол насыщенных дня, с которых я ровным счетом ни хрена не снял. Сейчас вот мы, короче, держим путь на набережные Челны. У нас была секретная операция. Я присутствовал при встрече бабушкиной сестры с вокзала. Вот поэтому сейчас мы, как бы, получается так, что одну Original Bar доставляем до другой, и я еще тоже вместе с ними. То есть так получилось, что есть честь сопровождать данный караван. Мы кушали эти пирожки, это жидкое золото. Вот же они. Хочу сразу вам продемонстрировать набросок. Здесь написано «Блудизм». В чем фишка? Эти три буквы поменены местами, но они читаются по алгоритму сверху вниз. Здесь написано «Блуд», здесь DSM, но в другую сторону, но читается по правилам, потому что это такое? Это спорт, который смотрит на вас изнутри. Не важно, как вы смотрите на спортивный инвентарь, важно, как он смотрит на вас и как вас почитает. И с этого исходит философия и дух. Это и есть блудизм, дорогие друзья. Мы доставили Original Bar до Original Bar. Вот моя спальня на сегодня и на завтра. Юрий Степанович, шеф. Типа столик гигиены тела. Там что-то готовит на кухне, и мне как. Что это за счастливые просто мгновения? Это две сестры. Пошли, я покажу, Юрий Степанович. Рад присутствовать. Фуф. Я знаю, что твой стиль — это видеть какие-то такие прям самые тонкие моменты. Давай я буду снимать. Я не знаю, сколько им лет, но на них что-то на... Посмотри на почерк этого человека, который подписывал. Оно просто вставляется. Я думаю, как это довести, чтобы... Ты можешь оставить это здесь, заехать в любое свободное время. Нет, чувак. Я уже представляю, как это будет стоять либо в булочной, либо у меня на столе на чайном. Теперь готов к главному блюду? Да. Кармен 74-го года. Это 74-й год. Это оригинал. Юрий Степанович, хоть и с прошедшим, но днем рождения, благодарю вас. Как-то непривычно, что день рождения у вас и подарки получаю я, но они послужат добрую службу. Всем доброй, безопасной, комфортной среды обитания прежде всего. С вами Виктор Цыганович, набережный Челнинский. В этом что-то есть, Ой, так глаза открыли. Второй раз я уже пребываю в опочивальне Юрия Степановича. Находясь в набережных Челнах, я вам могу сказать, что это полный люкс.
потрясающий был дедушка. Это можно понять по его, собственно, комнате, хате, рабочему кабинету. Все четенько, все прямо вот, каждая вещь на своем месте. Всю жизнь зарядка, интересные книжки. Книжки никогда просто так не читал. То есть читал и оставлял пометки. Вот, это наблюдается в каждой книжке. Тут бюсты всяческие, тут уже немножечко прибрались. Вот, но все равно атмосфера осталась. Здесь, кстати, можете обратить внимание, что присутствуют уставшие полки. Я писал о них в прошлом году в моем телеграм-канале. QR-код на экране, ссылка в описании, проходите, читайте. Вот, но для меня это тоже, кстати, очень такое прикольное явление. Вот здесь тоже потрясающее место. Сейчас вам покажу, почему. Потому что здесь присутствует вот такая вот штука, которая присутствовала у всех. В общем, утро начинается с приятных сюрпризов. В чем они заключаются? Ну, конечно, в завтраке. Конечно, завтрак же. Это самая важная часть жизни после обеда и ужина и перекусов. Если не позавтракать, то какое завтра настанет? Ну так, кепта. Так, родные мои, пользуясь случаем, хотел вас пригласить в свою онлайн-школу атлетизма имени Виктора Евгеньевича меня. К большому сожалению, там давно не было обновлений, ввиду того, что у меня большое количество командировок и разъездов. Но, тем не менее, хочу обратить ваше внимание на курсы «Турники брусья» и «Турники брусья версия 2». Я уверен, что не все видели, не все смотрели, и, возможно, кому-то из вас пригодится. Вот, посмотрите, пожалуйста, там только свой вес, турники, брусья, все очень интересно, креативно, весело выглядит, как маленькое приключение, которое сделает вас сильнее, красивее и эффективнее. Благодарю за внимание, смотрим видео дальше. Здрасте. Так, собственно, что у нас получается? Пресвятой ключ. И как ты назвал это место? О-о-о-о. Мне как этот, как рассказать, как турист или что я вообще, что тут происходило со мной? Ну, давай как турист сначала. О, мы идем в национальном парке Лыжный Акад. Это потрясающее место, над которым есть ворота, которые уже олицетворяют единство народа, обитающего в местной природе с ее духом. Короче, обратил внимание, что в мои императорские подкрадухи набиваются всякие шишки, в общем, вот эти всякие вот непотребства. И я вообще подумал, какого хера я иду в них, собственно. Во-первых, уже лето, почти на дворе весна. В Татарстане довольно тепло, и нельзя упускать возможность походить со всяким вот этим вот природным материям. Присутствуют обыкновенные белки, обыкновенные лисицы. Так, куницы, кабаны, заяц, русак, лось, еж, мышеловка лесная, лесная. А, мышовка лесная, ёб твою мать. Мышеловка весная. Вот это я пи***ю, конечно. Бабочки малого бора. Ничего себе. Познавательное сегодня видео получается. Так. Угу. Угу. Боярышница. Вот это самая лютая бабочка. Я уверен. Короче, мы идем на какое-то место святого Пантелеймона. Вот, а пока идем... А, идем голыми ногами по шишкам. Должен сказать, что, наверное, людям, которые не ходят босиком по шишкам, ходить довольно сложно. О чем расскажет шишка? О чем расскажет шишка? Алексей нам скажет. Шишка расскажет о том, что она видит с высоты сосны. Неплохо. Из глубины ее корней. О, нихуя. Или из тропинки, допустим. Потому что вдоль тропинки много обаятельных шишек. Бля, нельзя останавливаться, понял? Тут змеи и комары. Змеи, комары. Змеи, комары, блядь, и шишки. Ох, нифига, он мне прям в ухо залез. Сука. Короче, никакого желания останавливаться на месте нет, потому что ты моментально получаешь. Но здесь, во-первых, памятник эпохи бронзы. Во-вторых, мусор свой тащи домой. Вот так, нахуй. Совершенно согласен, чем мы и заняты. С собой тащим. Не смог пройти мимо. Вот такого подписчика нашел, здесь лежал. Такое ощущение, что тоже не местный, как будто он приехал откуда-то. Место действительно очень классное. То есть здесь, видите, такие комфортабельные прям скамеечки, пенечки. Вот, по-моему, непосредственно и сам ключ. Круто здесь можно провести время, отдохнуть. Особенно, если вы уставший путник. Но
что-то от комаров берите, потому что спокойно не посидишь. Приходится постоянно перемещаться. Так, вот эту штуку можно пить, да? Сейчас мы тогда и спустимся вниз и посмотрим, что там имеется. Блин, скамейки одна другой краше, как и сказок. Обратил внимание, что здесь, ну, уже вторая подвыпившая пара. То есть чувствуется от них такой перегар прямо лютый. Как будто они сюда ходят править здоровье после... Или грехи замаливать после каких-то этих самых особо мятежных дней. О, я думаю, нам нужно сюда зайти будет. Я, говорю, уже вывел интересную теорию о том, что сюда приходят подвыпившие люди поправлять здоровье. А, правильно, правильно, пошел я. Нахер. Так, что это у нас получается? Баня наоборот. Холодная. Олексий хочет первый. Конечно же. Я скажу, что это потрясающе. Это то, что вам нужно. Отдохните, знания и вообще не все будет. Это как окунуться в прорубь. Ты только там можешь понять, что бы я ни сказал. Так, в общем, что сейчас будет происходить? Просто так купаться неинтересно. Поэтому я буду выполнять задание. То есть в прошлом году в набережных Челнах, где я был, когда я купался в купеле. Это ты был на пляже, на городском пляже, там, где какое-то благодатное место какое-то. Короче, что мы сейчас будем делать? Обычно окунаются трижды, три раза окунуться. Мы будем окунаться три по три, потому что мы спортсмены. Как это будет выглядеть? Сначала делаем кардиокомплекс, один из моих любимых, которых я называю комплекс заключенного. Я давно его не делал, поэтому это будет особенно прикольно. 50 джампинг-джеков, 40 бег на месте, 30 бег в упоре, 20 приседаний, 10 бёрпи. Делаем, кунаемся. Возвращаем, делаем еще. Кунаемся, возвращаемся, делаем еще, кунаемся. Вот такая у нас сегодня программа. Второй год получается так, что контрастный душ у меня во время выполнения комплекса в набережных Челнах. Поэтому считаю, что нужно, чтобы это было постоянной традицией. Спорт и холодные источники в набережных Челнах, чисто, чтобы это укреплять тело. Так, на протяжении всей командировки, ну не командировки, а вот этого маленького приключения, я боялся произнести название этого места, потому что я не мог его запомнить. Но теперь, когда я окунулся трижды, я запомнил, что это место Святого Пантелеймона. Вот. И здесь потрясающе. Я прямо получил огромное количество положительных вот этих гормонов. Не вот этот вот дешевый дофамин. Бля, как-нибудь про дешевый дофамин тоже приколю. А в телеграм-канале тоже подписывайтесь. Сейчас это в хайпе. Не дрочи, блядь, в стекло не попади, не смотри. Туда не делай, это все дешевый дофамин, блядь. Рилсы не листай. Ну, короче, такого плана прикола. Так, ну что получается, мы покидаем, да, данное место? Спасибо, спасибо роднику. Пойдем в другое, как говорится. Благодарим за прием, за холодный вот этот душ контрастный, замечательный. За бесконечно вечное, что там еще было? За то, что мы здесь есть, пребываем и возможность благодарить. Там, короче, лягушки. Там родник. Здесь подписчики. Самое феноменальное, что я видел в исполнении Виктора в плане силового, когда он здоровую арматуру уткнул себе около паховую область и догнул, пересилив себя. Но больше всего меня удивляет, как он умело ведет контент, следит за этим и, представляете, выгружает, сам пишет, общается с аудиторией. Это отнимает очень много времени, и хочу обратить ваше внимание, что это определенного рода духовная практика открытости для окружающего мира. Я не знаю, обращали вы на это внимание или нет. Контент идет постоянно, бесперебойно. И это все для вас. Просто хотел вам напомнить и подметить это вслух. Спасибо. Расскажите, корни, что это за штука, пожалуйста. Корни, когда внутри курицы. Выглядит как гигантский чпачмак. Они потому что. Я учила все готовить татарских женщин. Вот, татарская женщина объяснили. Потрясающе. Он полностью закрыт, у него нету дырочки.
Что это за чудесный момент? Ну что, Туган як те саме, Туган як, Туган як. Інгузель вакез як те, Туган як, Туган як. Толпа на кунель, а что не даст? Боже мой, вот это да. Так, я увидел, что еще можно выше подняться, поэтому не отказываюсь от возможности там побывать. А, пацаны, просто пи***ц. Я в ахуе просто. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить вас в свой уютненький телеграм-канал. Конечно же, для начала вы должны пройти по ссылке и подписаться, разумеется, после того, как посмотрите первый видос. Выход новых видяшек. Если вдруг у меня случится радикулит жопы, вы узнаете об этом первым. Ну и, конечно же, если я дам горячего наивка Александру Корягину, вы тоже увидите кружок первым. Также к телеграм-каналу присоединена подписочная, то есть это своего рода чат, кружочек по интересу, где самые отъявленные мои подписчики камни, которые чтут атмосферу, понимают мимологию, обсуждают, дружат, делятся своими тренировками, нюансами, возможно, какими-то событиями. Ну и, конечно же, отменная локальная мимология. Сумихуйки, пи***хахоньки, картиночки, видяшечки, все то, что вы так любите, у нас в группе орудует профессиональный мимолог в 50-м поколении, который никого не оставит равнодушным и поднимет вам настроение.